Меньше недели осталось на голосование по проекту «Комфортная городская среда». Все еще есть возможность поучаствовать в выборе территории для благоустройства. Напомним, на голосование выдвинуты 5 общественных пространств города. Сквер УТЦ «Витязь», территория у речного вокзала, аллея ветеранов в поселке Бычегодский, сквер у ДК «Октябрь» и Лиминский парк. Сейчас по количеству голосов с большим отрывом лидирует речной вокзал. На втором месте аллея ветеранов. За ним с почти равным количеством голосов сквер у «Витязя» и Лиминский парк. Сквер у Дома культуры на Доке на последнем месте. На данный момент собрано уже более 10 800 голосов. А это уже больше минимума, который необходим, чтобы претендовать на федеральное финансирование. Нам нужно обязательно набрать не 10-200, а лучше 11-12-13 тысяч. То есть чем больше, максимальнее будет охват мнения населения, тем будет, в общем-то, показательнее, что жителям Котласа не все равно. Нам нужно здесь обязательно проявить свою активность. Проголосовать за понравившуюся территорию до 30 мая могут все желающие в возрасте от 14 лет. Сделать это можно на сайте 29городсреда.ру, а также через госуслуги.